Все, наверное, видели фильм «Голубая лагуна». Там парень с девушкой на необитаемом острове остались. Замечательный, прекраснейший фильм. Красивые съемки туда-сюда. А я пожалел о том, что я открыл рот, когда девочка родила ребенка. Парень достает ребенка, и я сижу, говорю, вот, ну вот сразу видно, что неправда. Даже пуповину не отрезали. Меня чуть не прогнали из зала. Какой умный, иди отсюда. Ты даже смотришь кино, там обнимаются, целуются, отворачиваются, как-то взрослые сцены. Сидел потом кое-как из зала, чуть не вышвырнули меня. Такого умного сидел. Нафига им рот открыл. Сразу видно, что неправда. Ой.